Всем привет! С вами я, Алиса, и в сегодняшнем видео мы распакуем с вами посылку с куклами Monster High. Но перед тем, как мы начнем нашу распаковку, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Оформила я заказ в интернет-магазине, который называется eBay, вернее eBay. Ну а если еще читать через B, то вообще будет другое слово. Мне отослал эту коробочку один добрый человечек из Англии. Судя по вот этим вот маркам, мы можем определить, из какой страны пришла вот эта вот посылка. Заказывала я ее совсем недавно, и она ждет своего вскрытия около, наверное, 5 дней. Распаковываем посылку, и у меня уже в руках ножницы. Ой. Ой. Итак, я, если честно, знаю, что находится внутри, но все равно для меня будет очень интересно посмотреть на самом деле, как выглядят куклы. Поскольку эти куклы я заказала к себе в коллекцию для обзора, так что это очень клево. Да. Посмотрите, как упаковано. И, кстати, тут нарисованы бутылки для вина. Окей. Что ж, спустя минуты, наверное, две, пока я распаковывала эту посылку, я наконец-то добралась до самого содержимого. И пока что, здравствуйте, баблы, вас очень обожаю. И они такие маленькие, что их даже очень приятно лопать. Ну и, наконец, кукла! О! И первая девчонка – это Твайла, или же Твила, из коллекции Garden Ghouls, то есть садовые монстры. Данная серия посвящена вечеринке некой, которая проходит в саду. И вот как раз-таки Твайла. Да, если вы помните обзор на 3 The Thornville, то вот, она как раз-таки из данной серии. И теперь у меня есть еще и Твайла. Уу! Она мне очень нравится, не утратила своих суперских способностей, так как она все-таки дочь Бугимена. У нее также очень-очень хорошие глазки, милый и отличная печать глаз, то есть никаких с ней проблем нет. А также мне очень нравится ее ободок. Он вроде как напоминает бантик, но с другой стороны какой-то жук. А еще я первый раз вижу крылья вот такого типа. Для меня это немножко странно. Ну, не будем с вами считать Panute Femur и Three the Thornville. Кстати, у Твайлы новый тип шарниров, и в том числе и кисти, поменялись. Так как у меня на руках европейская версия, то на задней стороне куча надписей. И в них можно заблудиться, как в настоящем лесу. В дремучем лесу. А еще на русский серию перевели как «Монстры в саду крылья». Крылья. «Монстры в саду крылья». Ну, это непонятно. Ну и новый тип коробки, это тоже надо отметить. Все это будет в моем отдельном обзоре. Так, смотрим с вами дальше. Баблы, баблы. И вот так даже упаковано по бокам. То есть, чтобы куклы вообще не вылетели, не надо. Итак. И куколка! Интересно. Сейчас тут царит интрига. И... И это Торли Страйп из данной коллекции Garden Ghouls. И у нее тоже почти все хорошо с печатью. Левый глаз кажется немножко приподнятым. Я вот вижу у Торли гофре, и оно ей очень-очень идет. Так что поддержите ее лайком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще у нее очень симпотное платье и также крылышки. Ну, а задняя часть не отличается вообще никак от Твайлы. И я хочу отметить, что Торли Страйп очень идет ребут. Ну а еще это очень странно, что кошка теперь летает. Так как такое возможно? На этом посылочка пуста, и вот такой вот анонс новых видео вышел на моем сейчас канале. Напишите в комментарии, про кого вы хотите в первую очередь обзор, на Торли Страйп или же на дочь Бугимена Твайлу. Жду ваших комментариев, и я буду читать их и отвечать. Надеюсь, вам понравилась эта распаковка, и если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. До новых встреч. Пока-пока. Пока!